Приветствую вас, народ, с вами Варчик, в этом видео расскажу вам про новый аукцион. Он стартует 21 ноября с 19 МСК по 22 МСК. Всего лишь 3 часа будет длиться аукцион по новой методике. Также танков будет всего лишь 1000 штук. В первую секунду аукциона появится цена, и она будет каждую секунду падать на 200 монет. Я так понимаю, цена будет в золоте. В 3 часах 10 800 секунд. Если каждую секунду падать по 200 монет, то чтобы к концу времени цена превратилась в ноль, стартовая цена должна быть 2 миллиона 160 тысяч. Вы верите, что завтра аукцион стартует с суммы 2 миллиона 160 тысяч? Золото или нет? Я, честно говоря, вообще не верю в эту сумму, но если по секундам посчитать, то так и получается. То есть у вас есть возможность забрать 1000 на весь онлайн, который играет у нас в танки. Это очень мало, и этот первый лот, он скорее для каких-то мажоров, стримеров, бизнесменов и так далее. Поскольку его, скорее всего, заберут до конца времени за какие-то огромные суммы. Первый лот у нас, скорее всего, не для работяг. Во-первых, танчиков очень мало, если он будет в золоте, поскольку написано монет. Монет, понятное дело, что золото монет, а не серебра монет. Хотя серебро тоже монетками нарисовано. Ну а вдруг, может, он за серебро будет? Но я очень сильно сомневаюсь. В общем, завтра в 7 вечера в 19.00 МСК появится у нас 1000 целиний, кулиний, называйте их как вам удобно, за какую-то сумму, которая каждую секунду будет уменьшаться на 200 монет. Я в прошлом видео рассказывал вам, какие лоты нас ждут в предновогоднем аукционе. Во-первых, сбылось, что аукцион у нас перед Новым годом. Во-вторых, сбылся первый лот. Еще из тех, которые я там рассказывал, нас ждет Type 63, новый японский ТТ-8, Turbo Tiger Maus, премтанк 9 уровня немецкий, также китайский ТТ-9, 113 Beijing Opera. В каждом аукционе должен быть танчик, который для работяг. Вот в прошлом аукционе у нас были такие танки и за серебро, и за свободку. В этом аукционе первый лот у нас скорее стартует для тех, у кого ресурсов прям чрезмерно много. И я так понимаю, каждую секунду цена будет уменьшаться, и нам нужно будет вовремя купить этот танк за ту сумму, которая там будет написана. То есть время тикает, цена уменьшается, и количество танков тоже уменьшается. Нам нужно подгадать так момент, чтобы и танки не кончились, и сумма была такая, на которую у нас будет хватать ресурсов. Я так понимаю, смысл аукциона такой. Поэтому стартовая цена, наверное, будет заоблачная. И 2 миллиона 160 тысяч золота, наверное, похоже на правду. Поскольку если сумма будет маленькая, то его сразу заберут. Поскольку их всего лишь 1000 штучек. И те 3 часа, которые там придуманы на все это событие, они как-то неоправданы будут. Поэтому я думаю, что начальная сумма будет невероятно большой. Постепенно она будет уменьшаться. И количество танков тоже будет уменьшаться. Это событие будет проходить у нас на сайте «Мир танков», на той странице, где новость про этот аукцион. Прямо на странице сайта, то есть не в игре. Тут очень красиво все нарисовано. Танчик красивый, фон красивый, черные тучи с драконом, у которого светятся глаза, молнии. И, в общем, очень красиво. Также я еще делал видео, можете посмотреть одно из прошлых, про то, что китайские этажи апнут. Там и ветку апнут, восьмерку, девятку, десятку. Десятки, допустим, улучшат стабилизацию, сведение, броню ВЛД, также мощность двигателя. Все это пока тестируется, посмотрим, какие изменения дойдут до основных серверов. Интересно, будет ли весь аукцион проходить у нас на сайте, сколько он будет длиться дней, сколько у нас танков будет в аукционе. Пока что какой-то глобальной новости про весь аукцион у нас нету. В прошлые разы на некоторых аукционах я в Дискорде жаловался, типа, вот вы сразу вывалили весь список, какие танки будут на аукционе. Как-то неинтересно, видосов мало про это приходится делать, потому что вот один видос сделал и сразу типа весь аукцион рассказал. А тут, видимо, буду каждый день делать видосик про аукцион и держать вас в курсе событий. Что я могу сказать про этот ВЗ-111 Целинь? Он очень круто выглядит, черный с золотым. На конце орудия дракон, при выстреле огонь красивый, просто обалдеть. Я очень сильно хотел почти все танки из этого аукциона предновогоднего. Я себе хотел и ВЗ-111 Целинь, и Turbo Tiger Maus я хочу себе, и Type 63 новый премтанк японский тяжелый я хочу. Единственное, что я не хочу, это 113 Beijing Opera.
Это просто 113-й в каком-то недостиле, не очень красивом и интересном. Его я не хочу. Но такое ощущение, что, наверное, его легче всего можно будет получить, поскольку кому он вообще нужен, я не сильно знаю. Но посмотрим. Это, наверное, один из немногих аукционов, где я практически все танки хочу, и даже 113-й Бэджин Опера, если я получу, и это будет не сильно затратно по ресурсам, я не пожалею, поскольку танк интересный. Единственное, что стиль на нем не интересный. С таким же успехом можно просто на 113-м покататься. В общем, сбылась мечта дурака. Вот тебе аукцион, где неизвестны все лоты, каждый день, наверное, будет появляться новый, еще и с новой механикой. Кстати, напишите в комментариях, как вам такой аукцион, где цена уменьшается, но, наверное, будет много недовольных, поскольку всего лишь 1000 танков. На весь онлайн мира танков, на всех танкистов 1000 танков — это просто как капля в море. Здесь есть плюс, есть минус. Плюс в том, что те люди, которые получат этот танк, редкость и эксклюзивность такого танка будет завышена, то есть люди, у которых хватит ресурсов на этот танк, они прям будут понимать, что вот что-то редкое получили, и на этом не катается весь рандом. Также этот танчик можно будет еще многократно на аукцион выставлять, поскольку 1000 танков — это вообще никак ни на 1% не покрывает всех желающих, которые, наверное, хотели бы этот танчик получить. Ну а минус, наверное, только один. Все, кто хотели бы этот танчик получить, большинство, процентов 99, они не смогут его получить. Во-первых, надо в это время сидеть в браузере, получать танчик. Что, кстати, тоже плюс, если вы не можете в игру зайти, вы можете зайти на сайт и приобрести этот танк. Если вы где-то там на работе, или в командировке, на вахте, или еще где-нибудь, но можете зайти в интернете, вы можете зайти на сайт, поучаствовать в аукционе, хотя не можете зайти в игру. Здесь тоже есть свой плюс. Но минус только вот в том, что танков очень мало. На мой взгляд, такой аукцион лучше, чем обычно, но первый лот, он мало кому по карману. Посмотрим, будут ли следующие танчики у нас тоже на сайте, и какие условия будут получения. Также не забудьте посмотреть прошлые видео, в которых я рассказывал, какие танки у нас будут в аукционе. И также посмотрите видео, как апнут китайские тяжелые танки. Мне, в принципе, нравится такой аукцион. Я уже объяснил, почему. Но, конечно, очень хочется этот танк получить, но, наверное, я не смогу. Не потяну я. У меня всего лишь 20 тысяч золота. Сомневаюсь, что их хватит на этот танк. Если бы их было хотя бы 10 или 20 тысяч, а не 1 тысяча, может, еще и хватило бы. Но на 1 тысячу вряд ли. Это будет прям супер оверпрайс танк. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик Карать. Красиво подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, пока.